Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Ринга и его друзья. Я вот сюда хочу зайти. Ого, кто это такой? Тренер. А ну-ка, давайте-ка поговорим. Здравствуйте. Привет. И я хотел бы немного подкачаться. Тогда ты пришел в нужное место. А разовое занятие сколько стоит у вас? У нас нет разового занятия, у нас есть абонемент. А если мне не понравится? Здесь нечему не нравится. Берешь железяку и поднимаешь ее. Ясно. А какие у вас есть тренажеры? Нам не нужны тренажеры. Почему? Во времена Пифагора не было никаких тренажеров. Люди таскали тяжести и становились сильнее. Никаких премудростей. Тут не нужно. Ясно. Абонемент на месяц стоит 30 тысяч йен. Недешево. Зато сможешь ходить хоть каждый день. А что если я буду платить по 1000 за день? Если ходить каждый день, то на то и выйдет. Не будешь ты ходить каждый день. О том и речь. Да. О том и речь. Ну что же, ладно. Так, что тут можно взвеситься, что ли? 59 килограмм я вешу, ребят. Абонемент стоит 1000 йен. Недешево, я вам скажу, ребят. Ладно, фиг с ним, с тренировками с этими. Так, денег у нас все равно нету. Жрачку мы не купим, сигареты у нас вроде бы как были. Так, мы опять с вами пришли на вокзал. Опять эти хмыри тут стоят. Мешаются только. Ну, здесь вроде бы как тупик, да? Да, ребята. Жалко, мы здесь не можем бегать. Просто ходим себе не спеша. И что же мне тогда здесь остается делать, ребят? Я не знаю, может быть, в школе надо было с кем-то поболтать. Потому что я здесь уже все обошел. Так, погоди-ка, это что? А, ну здесь магазин у нас. С олухами с этими мы пока почему-то не можем вступать в конфликт, как ни странно. Хорошо, давайте тогда что-нибудь с вами поищем. Это что у нас за дорожка? Так, здесь я был, ребят, там ничего хорошего нету. Просто тоже тупиковое место. Значит, остается лишь только идти опять в универ. Или же мне нужно найти своих корешей. Так, давайте, погоди-ка. Что тут? Ага, тут просто бубнят. Время-то уже 6 часов, 7 час, ребят, так что скоро, наверное, мы опять отправимся в баньки. Так, давайте пройдемся здесь по нижнему этажу, может быть, что-нибудь здесь можем найти. Так, тут у нас расписание, да? Дзюдо. Карате. Закаляйте душу и тело в нашем прославленном доджо. Понятно. Только где оно находится, тоже нам пока неизвестно. Видимо, там мы будем с вами заниматься тренировками и раскачиваться. Так, давайте здесь пройдемся, посмотрим. Так, сенсей, может быть, мы с ним можем поговорить? А, это даже Мачида. Оценка. Слушайте, у них там оценки непонятные. Я не знаю, что такое F. Это все у них там. Это у нас пятерки, двойки, тройки. А у них F, D, E. Хрен знает, как там это все понимать. Ну-ка, здесь что? Кто это такая? Кто это такая? Нами. А, все, понял. Это у нас книголюбка, библиотека, одним словом. Хорошо, двигаемся с вами далее. Смотрим. Так, это у нас толчок, верно? Верно. И тупик. Слушайте, ну я не знаю, я первый этаж весь обошел. Вот это уже у нас получается второй. Я пока никого, ничего не встретил, с кем можно было бы здесь полялякать. Что там, Шикава? F, у меня везде F-ки. Это хорошо или плохо, интересно, а? Не знаю. Наверное, плохо, может быть, хорошо. Так, тут у нас все закрыто. Здесь у нас тоже закрыто. Странно все как-то это дело.
Так, тут толчок. Все этажи практически однотипные. Ну чё, ринга, чё будем делать-то, ё-моё? Качаться мы не стали. Тут тупик, пойдем выше тогда сходим. Здесь уже никого в школе нету, ё-моё, блин. Ну это логично, ребята. 7 часов, 8 час. Кто тут будет в это время в школе находиться? Только я тут бегаю, как этот. Не, ну это не дело, ребят. Ну это фигня полнейшая, потому что надо отсюда уходить к ядрине фени. И делать нам нечего. Интересно, мы домой-то сами вернемся автоматически или нам нужно искать? Так, давайте-ка отсюда его нафиг сваливать по-быренькому. Как-то здесь плохо кормят. И по ночнику-то нельзя, наверное, гулять-то по улице. Мало ли на какие неприятности можем нарваться. А мне это сейчас ни к чему. О, это мои? Нет? Ну, по крайней мере, с моего колледжа в синей одежде. А здесь можно перейти? Нет, нельзя перейти на другую сторону. Так, тут-то что? А, ну это у нас кафешка, здесь мы были. Чего там? С 10 до 8? Закрыто почему-то. А что там интересно такое с 10 до 8? Не знаю, не проверял. Опа, опа, сходняк, сходняк, тихо, тихо. Опа, ничего себе, ребят, смотрите. Какого лешего-то? Я, может быть, не туда завернул, куда надо? Оу, сейчас меня тут накумарят, нафиг, нафиг, надо сматываться. Ну-ка. Ты смотри, а. Не, так дело не пойдет. Мне нужны мои кореша, это однозначно, потому что я там словлю таких сейчас звездюлей. А где они все, интересно, в этот момент могут находиться? Где-то у нас должен быть, по идее, этот клуб, сходняк, я не знаю, что-то такое. Ну-ка, давайте... Блин, не могу я уже позвать Кена почему-то. Странно, в тот раз мне родители отвечали. Тоже никого нету здесь. Идем себе по мостику, гуляем. 25 метров высота. Слушайте, я, по-моему, в этой локации еще не был. Что-то не припоминаю я, по крайней мере. О! Это мои? Что это? Я так проскочил-то моментально. Нет, никто со мной разговаривать не хочет. Ух ты, это мой дом? Так, литература 4%, физика 1%, математика. Ага, я что-то начал там писать. А, я делаю, видимо, домашнее задание. 1% всего лишь. Ну давай физику подтянем маленько. По-моему, темнеет, ребята, да? Или мне кажется, нет, темнеет. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, еще 1%. Так, химию. Давайте химию еще немножко подтянем с вами. А сколько тут максимум? Нужно 100%, что ли, получить? Время 11 часов. Так, день 3. Спать-то можем лечь? Вот так вот мы спим. 2 часа проспали. Все, выспались. Ух ты. У меня даже балкон есть. Эх. Никого нету. На улице темень. Так, нам, наверное, нужно... Все-таки лечь спать до утра. Так, а здесь что у нас? Ша, Огайо. Использовать. А как ее использовать? Я не знаю, как ее использовать. И больше здесь. Ну-ка, а по груши я могу полупашить? Нет. Хорошо, тогда ложимся спать. И будем мы спать с вами до 7:20. Я надеюсь, я в школу-то не просплю там. Вот уже утро. Погнали. Так, тут у нас, наверное, тупик, да? Ага. Понятно. Ну, по крайней мере, я нашел свой дом. Где он у меня находится?
блин, мне обязательно нужно найти своих ребят, чтобы вниз тут не спуститься, к сожалению. Чтобы мы могли пойти туда и навалять тем уродам. Нифига они просто без объяснения причин начали на меня прыгать. Ха. Я кто? Ринга? Ринга. Поэтому нужно ответочку им дать. Так, здесь у нас с 8 до 10, блин. Тут с 8, блин, все закрыто почему-то. Ё-моё, по-моему, рано. У них с 8 часов, видимо, все открывается. Откуда я знал, что здесь у них все вот так вот? Ну, по крайней мере, студенты уже сидят. Здесь Масару. Так, позвать, диалог, позвать. Масару, ты что не идешь-то? А, нет, идет, ребята со мной. Так, Масару уже с нами. Это уже плюс. Надо было с ним, наверное, поговорить для начала. Так, давайте-ка тогда дальше глянем, что у нас там в школьных классах. Слушайте, а если мы вдвоем пойдем, интересно, накумарим или нет? Тех ребят. Нам бы хотя бы еще одного. 3 на 3 было бы самое то. Да иди ты, блин, книжница, а. Так, тут толчок. Ладно, надо подниматься выше. Блин, пока тут все это запомнишь дело, сколько времени уйдет, да? Согласитесь, ребят. Ладно, не беда. Пойдем. Поднимемся здесь. Что-то меня не пускают. Тут, походу, тоже закрыто, да? Угу. Ну и там у нас толчок. Эх, Масару, Масару. Придется нам, наверное, с тобой вдвоем идти на разборки. Что-то мне так подсказывает. Ну-ка, здесь. О, Шира. Позвать. Ага. Ребят, собирается у меня командочка-то, а? Посмотрите, а это кто? Айко. Айко почему-то занята. Да, блин, какая физика, ё-моё. Я хотел пойти на разборки. Ну, никак не физикой заниматься. Ладно, давай попишем тоже. Нет, лучше вот так вот покривляемся. Тара-тара-тара-там. Масару, он почему-то не пишет ничего. И нормально себя чувствует. Угу, еле отсидели этот урок. Так, ну кто у нас тут еще есть? Набору. Набору. Ладно, ребят, пойдемте на разборку. Короче, нас трое, я думаю, что мы справимся. Втроем-то мы там их накумарим сейчас. Ох, как им сейчас не поздоровится. Ай-яй-яй, я даже уже представляю, как они там бедненькие будут. О пощаде. Нам бы, конечно, лучше бы Кена взять. Он же у нас боксер. Вот от него был бы обалденный, наверное, толк. Ладно, ничего, ничего страшного. Сейчас хорош дымить, ребята. Где-то, по-моему, в этом направлении все это дело у нас. Так, нет, здесь нам ничего не надо. Что это за чувак? Парень. Книги. Так, еще один книголюб. Слушаю. Приходите еще. Не приду. Так, спускаемся. И где-то, по-моему, вот здесь. Эй, а где эти олухи-то? Они же здесь были. Сыкуны, смылись. Вот гады, а. Чё там? 6 утра до 4 вечера, что ли? Не могу понять, я их не, блин. Термины эти. В поле где-то уже вообще. Куда идем? Куда я их позвал? Скажет, блин, ну ты, Рина, ты задолбала, а. И ерундой страдать.
Только не говорите, что здесь будет сейчас обрыв. Звездец, пришли, называется. У-у-у-у, как все запущено-то у нас тут. Нет у меня просто слов никаких. Ну, поле здесь стопудово неспроста. Какие-то действия, наверное, будут здесь все-таки развиваться у нас. Иди сюда, чмошник. Иди сюда. Ага, смотри-ка. Эти гады, по-моему, всех тут достают, да? Разборки, разборки. Смотри-ка, мои вроде бы сцепились. А почему я не могу? А я не могу, ребята, подраться. А не, во. Так, понеслась. Вот так, бросочек тебе. И еще бросок. И еще. Давай-ка его добьем бросками. Один готов. Так, бросок ему понравился, я смотрю. Нет, смотри-ка, еще что-то выделывается. Выеживается, на Масару что-то тянет, а? Есть. Наколбасили. А так вот будут знать, на кого наезжать. Я же говорил там с ним, ребят. Не понял, опять разборки. Пять разборки. Блин, ну мы почему-то не можем вязать. Оу. Стоило, как говорится, влезть только. Добивать будем? Будем. Вот так, бросочком. И еще бросок. Прям дзюдоист. Так, тихонько. Главное тут нафиг не отдуплиться. Невзначай. Надо будет, наверное, перекусить. О-о-о-о, тихо. Так, мои тут будут или нет? На, бросок тебе. Так, этот лезет, лезет, лезет ко мне. Надо его бросками закумарить. Вот так вот. Два удара и бросок. Два удара и бросочек. Ну, все, этот готов. Давай-ка вот так вот сделаем. Еще один готов. Нет, не готов. Теперь, я думаю, готов. Блин, да что за фигня? Что за бессмертный хмырь, а? Опачки, нашего-то, смотрите, подбили одного, ребят. Что за дела? А, мы по карманам. Смотри. Мы их обыскиваем. 88 йен. Ну-ка. 80 йен. А те, наверное, уже убежали, да? Никого не осталось. Блин, если бы я знал, что их тут можно еще прошмонать, было бы прикольно. Я бы тут сейчас всех бы... Блин, хреново, что раньше не мог до этого догадаться. Откуда я знал? О, свежее мясо. Так, давайте-ка мы с ними... Наверное, это у нас будет такой заработок бабла. Так, подожди, блин. Так, как нам сделать с вами... Ого, а я не могу, что ли, получается? На! Готов? Нет, смотри-ка. Еще что-то выеживается. Бежит, бежит. Оу, ребята, вот это плохо. Вот это плохо. Нафиг надо, наверное, отсюда сваливать, пока кости у нас целые. Ну и желательно бы надо подкрепиться. Так, еда. Молоко. Ну, выпил, предположим. Рыбный салат. Где мое здоровье, а? Спрашивается. Статус. Ага, ХП 50. Всего лишь 50. Ну-ка посмотрим, сработает ли, если мы с вами сейчас перекусим. Например, пивка.
А ну-ка, статус. Нет, ребята, нифига. Статус не меняется. То есть, как у меня было 50 хп, так и осталось. И кореша у меня почему-то остались там позади. Блин, ну почему? А, могу я все-таки здесь бегать, ребята, могу. Фух, хоть что-то можно здесь делать. Так, побежали-ка, наверное, домой поспим маленько, да? Так, погоди, ты куда-то перебор у нас, да? Ну сколько нам поспать? Ну давай 2 часика. И посмотрим, восстановится у нас здоровье или нет. Так, статус. Восстанавливается потихонечку, но медленно. Ладно, фиг с ним, давайте до утра ложиться спать. Ложимся спать мы до утра. Это где-то до часов... Ага, максимум 3:40 почему-то. Почему я не могу больше спать? 4-й день. Слушайте, мне не нравится, что у меня 4-й день. Может быть... Тут что-то будет потом. Только встал. И что мне теперь ночью делать? Вот жесть, выспался называется. На улицах никого нету, пусто. Один только Ринга, как дурачок, тут рассекает. Вообще никого, ребят, нету. Ты смотри, тут... Тут очередные разборки. Дай-ка я вот это вот хмыреныша попробую обыскать. О, 397 йен. Неплохо, неплохо, я вам скажу. Так, тихо, тихо, тихо. Пускай они тут разбираются. Я просто буду чуваков шмонать. 59 йен. Маловато как-то. Носишь ты с собой, братишка. Причем вы заметили, что кореша-то у меня где-то вообще в непонятном направлении остались. Как я их тогда оставил при драке, все, они почему-то со мной не пошли. Ой, ну что же, ребята, как-то так. Давайте, наверное, я на этом буду завершать серию. Конечно, бесполезная, мы что-то с вами проходили, побродили. Ничего толком я не понял, ничего толком мы не сделали. И люк вот этот странный здесь. Но зато я знаю, что у меня есть дом. Я уже умею бегать. Я, наверное, изначально мог это делать, просто не знал. Вот. Что надо все-таки с корешами тут бродить, лазить. Одного могут здесь пришить ненароком. Так что, ребятушки, всем пока. Всем до скорого и удачи вам.